Всем пламенный привет из холодной Чукотки. Меня зовут Ефим. У нас продолжается серия выпусков в стиле «Вахтовый поселок», «Вахтовый поселок», «Круто, замечательно». Я напоминаю, что это субъективно моя оценка, и мне действительно понравилось. Сегодня, помимо всего прочего, я вам покажу, где и как живут люди, которые добывают золото в нашей стране. Ну и немножко поедим. Всем приятного просмотра. Каталогизировано, или как это? Вон везде написано, всякие надписи интересные, картиночки. Прям атмосфера своя. Круто. Тут, наверное, снимать, не переснимать, вот, на самом деле, если вот заняться. Верхняя одежда в столовой нельзя. Доска почета, правда, плохо видно, но есть. Мы совсем разобрались, хотите спасибо. Спортзал посмотреть? Да, хотим. Пойдемте. А нам же видно, что мы спортсмены. Тут есть моя бильярдная. Вот тут бильярдная и комната. То есть тут, получается, вообще все есть, да, для людей? Все, что нужно, вообще все, да, я так полагаю? Да, вот смотрите. Вот тут люди играют, проводят турниры по бильярду. А на что-то или на интерес? На что-то. На что-то? А обычно какие погоды? Ну, недорогие призы, но какие-нибудь там. Конфетки-бараночки? Нет? Девочки, соответственно, фирменные. А, да, фирменные. Вообще здорово. Вообще кайф. Так, спасибо. Ага. Комната отдыха, ну там очень интересно. Там просто диванчики? Там диваны и вообще. А как вообще тут устроен быт? Ну, я имею в виду, во сколько просыпаются, все одинаково? А, все по-разному, круглогодичная работа. Ой, круглосуточная, я уже с утра замахал. Круглосуточная работа. А люди есть день работают, есть ночь, есть работа, работают на основном графике, суббота, воскресенье, выходные. Как часто смены меняются? Ну, я имею в виду прилет. Курдала, там наши тоже. О-о-о, здрасте. Здрасте. Извините, что помешали. Здорово вообще. Опять же, все для людей, все есть. Да. В принципе. Вообще кайф. В принципе, люди довольны. Да? Довольны? Спасибо большое, извините. Там дальше пойдем. Вы на улицу шли? Мы шли, да, посмотреть, что. Я вас как раз проведу здесь. О, привет, ребят. Привет, привет, ребят. Мало что приехали. Все хорошо? Все отлично. Да, я привез, потому что ты просил его все в номере, а мы идем готовить наш. Ну, все равно. А я хочу с тобой пообщаться немного. Вот можно не сейчас? Ну, не сейчас, но как будет время? Обязательно. Все, вы все равно ночуете, у нас будет время. Я просто надеюсь. Просто гуляйте, смотрите, пока. То есть у меня ограничений нет, я могу куда угодно, да, ходить, ну, как бы. Далеко от меня отходить. Не, я далеко и боюсь. Правильно делаете. Все, добро. Здрасте, здрасте. О. О. Встречаемся с знакомым в лице. Здрасте. Так приятно. А, ты чувствуешь себя на чужбине. Все, мы разместились. Ну да, нам даже. Это будет сегодня, да? Все сегодня будете угощать? Да, да, да. Спасибо большое. Как здесь? Я вообще в восторге, мне так нравится. Пока. Певек, вот ну, сам город, насколько он там, ну, более-менее уютный, хороший. Здесь, конечно, сделали абсолютно какой-то город, да, свой. Все есть, да? Да. Ну, вообще все, да, тут есть, в принципе. Там бильярд, баня, да, спортзалы. Не, я уже прошелся. А что еще просто? Что мне не показали? Что еще есть? Теннис-корт. То есть тут чуть ли не каждый спортсмен получается? Здорово, здорово. Что это такое вот это? Это, видимо, банька. Это вот, который нам показывали? Или это какая-то еще одна? Да нет, это. О, да? Ну тут прям банька-парилка прям. Да. Вообще, просто, ну вот в таком маленьком месте, да, скомпоновать, ну как бы не очень-то и маленькая там, да, дальше. А какая? Смотри, туман как будто вот это, или это облака? Да? Жутко? Да? Нет, я снимаю. А что мне, как мне не снимать? Мне сразу что-то рассказать. Расскажи про шахту. Боишься? Темно. Темно, страшно. У нас освещения нет. Блин, я бачканул. Ну они тут, они сейчас вроде говорят на открытый способ перешли. То есть снаружи как-то добывают, да? Ну, живописно, конечно, очень. Это
Мне, я вообще в восторге. Я если бы внутри еще не это, не плутал, да, я посмотрел, поснимал бы еще что-то. Но я внутри теряюсь, особенно я вижу, что люди как бы отдыхают после работы и так далее. Поэтому как-то неудобно даже просто, ну, шарахаться, потому что, ну, это напрягает явно. Вот, поэтому... Ну, у нас там вообще даже спали. Вот и у нас тоже. Может, они на всех... Может, все там, тут все спят со смены. Ну, как здесь, парни? Мы практиканты здесь. А вы... Проходим практику. Я с Иркутска, он с Питера, живет в Москве. А я с Певека. Нет, ну чем занимаетесь? Ладно, практика в чем заключается? Ну вот я, получается, у меня преддипломная нынче, я уже второй год здесь на этой практике. У меня нынче преддипломная практика по... У меня специальность обогащения полезных ископаемых. Я уже непосредственно прохожу практику производственную, ну, преддипломную, на толдоизвлекательной фабрике. А ты чем занимаешься? ПТО. Сидим, ну, производственный технический отдел. Так, ничего себе. Как вообще, скажите, ну, я понимаю, что, ну, практика, есть такое дело, ее не выбирают, да, и она принудительная, да? То есть вы могли отказаться или нет? От практики? То есть не ехать, ну, допустим, я не хочу в Певек, ну, нафиг оно мне надо, ну, именно. Ну, конечно, как бы вот в моем университете, по крайней мере, да, дают выбор. Допустим, ага. Вот, дают список, допустим, компаний, да, какие, допустим, требуются, именно моя специальность, допустим, вот, выбирая либо туда, либо туда. Но почему-то так, как я в том году случайно, буквально просто реально случайно приехал в этот город, в это месторождение майское, да, ну, мне здесь понравилась природа, как бы. А не тяжело то, что, ну, как бы, ну, вот этот вот именно момент, вот эти мужчина и женщина отдельно, там, вот это все, как бы, такие условия, как... Нормально? Нормально. Нам такая ситуация уже привычна, так скажем. Мы же, как бы, в основном все студенты в общагах живем. Нас делают, как-то отдельно селят, пацанов отдельно. До сих пор уже, 2017 год, до сих пор это продолжают практиковать, странно. А чем вообще тут, помимо практики, чем тут можно заняться? Ну, вот как досуг ладно. Тут много, как развлечений. Бильярд, теннис, тренажерный зал. Мне сказали про теннис, вот именно теннис, он большой? Настольный. Потому что мне, когда начали описывать, мне показалось, как будто он большой, я сейчас найду здесь где-то это. Особенно в южак, да. На улице здесь ничего не найдешь. Вот, а я начал сейчас бродить, так вот думать, блин, может, сейчас где-то тут лежит он. Южак людей теряют. Кстати, вот это главная тема, то, что когда вы сюда приехали, вот это все условия погодные, это же, наверное, вообще для вас шок был. В этот раз еще тепло, в прошлый раз мы приехали так. Это чувак с Норильска, то есть для него это еще фигня. А что у вас там в Норильске происходит? У вас тоже ежики есть? Там хуже, там все холодно, блин. Там из-за влажности, наверное, да, из-за того, что влага много. Там сухо, наоборот. Наоборот? Еще холоднее из-за этого? Фига себе, я думал, иногда из-за влаги обычно холоднее. Ну ладно. Не, ну по сравнению, если с Питером смотреть, там в Питере 20 градусов, как у нас 40. Ага. И ребята тоже, да, с вами? Ну вот тоже студенты, да, все? В основном с Питера. Тоже все. А потом вернетесь сюда? Ну, именно работать, да? Или... Я планирую. Надеюсь, сюда. А, то есть вас после практики еще отсюда будут выбирать. То есть вы как бы... Да. И туда-сюда много людей вообще хотят? В резерв запишут, и потом уже места будут освобождаться. А много людей хотят? Ну, вообще вот как сюда? Вот. Студентов? Ну, имеется в виду на остаться на постоянной основе. Может, кому-то, ну, эти условия, может, ну, там не нравятся. Или... Ну, всякое бывает. Или не знаете? Не, ну, как будут звонить, скорее всего, предлагать, а там уже как сам решишь. Да? Захочешь, не захочешь. Ну, у вас есть желание, да? Да. Братан, все, приезжаем. Не, ну, мало ли, может, просто практику вот в таком месте пройти. Смотрите, вообще первый раз вижу такую прикомленную. Они на фабрике, более наглее. Да? Тут еще зайцы есть, мы зайцы. Вообще без всяких проблем. Медведи, росомахи, лисы. Сюда заходили, кстати? Ну, говорят, что заходили. Но вы не видели, да? В газетах там писали, что лиса приходила зимой. А медведя нет, ни разу. У нас город просто периодически, ну, редко, но заходит. Вы в Певеку вообще, да, вас? В том году были в Певеке. И как ощущения? Ну, после таких больших городов, наверное, да, ну, грустно. Грустно? А что именно? Тихо, народу мало. Чего, пора? Какой суеты. Видите, меня угоняют. Приятно было пообщаться. Спасибо, парни. Давайте, удачи вам. В общем, друзья, сейчас мы всецело готовимся дружно к празднику, настраиваются динамики, микрофоны, саундчек будет, в общем, ребята с ПТВ начинают записывать свои какие-то новости, мы общаемся с товарищами из ЗК Майская, АК Полиметал, вот, все доброжелательно, все общаются с нами, все спокойно подходят, дают интервью и мило общаются, ну вообще все здорово, все классно, действительно на Майском замечательно, и я не перестаю радоваться этому, действительно, ну, прикольному и хорошему дню и этому празднику. Привет, представься. Анна Дмитриева, Ирина Беликтуева. Работаю в Доме культуры, культ-организатором. Угу. Чуть-чуть погромче, потому что боюсь, что не будет слышно. Вот, что мы сегодня будем делать, где мы сейчас? Вообще расскажи, что происходит. Сегодня день металлурга. Угу.
А вообще он происходит уже, по-моему, 18-й год, да. Как здесь это предприятие существует. Вот, мы постоянно работаем с ними напрямую. Каждый год мы справляем день металлурга с ними вместе здесь. Что еще можно сказать? Мы делаем, они всегда заказывают праздник на город, и потом мы приезжаем на второй день сюда, чтобы порадовать работников Майского. Что сегодня будет? Сегодня будет, ну, у них очень большая программа, кроме нашего приезда. Вот, у них квесты, они бегали, когда мы заезжали, мы это да, видели. Мы уже ребята общались. Также у них ярмарка работает вот в этом здании, где будут сладкая вата, попкорн раздаваться, фотовыставка стоит, и также выставка современного искусства. А уже фотовыставка стоит, то есть можно идти, да? Да, уже да, просто... да, ага, сейчас сходим. Уже существует. Угу. Также шашлыки будут, угощения горячие, прямо с пылу с жару. И программа будет, как бы человек может везде себя занять на вкус и свет, то есть фотографироваться, делать селфи. Также будут конкурсы, силомер будет. Как бы это объяснить, даже не силомер, а проба, наверное. Uh-huh. Потому что все-таки у золота есть проба, и как бы мы так конкурс назвали проба, и узнаем, какой пробы мы здесь работают. Люди. Да, они будут взвешиваться, и они должны, ну, как можно побольше в общей сумме набрать. Вот, за что у нас инвентарь уже забирают потихоньку. Идут подготовительные работы. Потом будет конкурс. Это бег в мешках, как называется. Также будет у нас бой мешками. Это все будет происходить одновременно. Будет черный ящик, где каждый человек может пощупать своими руками и выбрать себе подарок, если он угадает, что там лежит. Как мне вот... Вот у меня вот сейчас внутри, у меня какое-то вот есть такое предчувствие праздника и какого-то восторга, хотя я знаю, что завтра мне на работу, и всем на работу, в воскресенье. Но вот как ты сейчас себя ощущаешь, вот как ощущение, вот и на Майском, как тебе самому, ну вообще вот свое внутреннее? Ну, а как обычное состояние рабочее. Рабочее? Нет праздника. У меня как-то с этим уже все жестко, четко. А правда, вот когда вот занимаешься часто праздниками, действительно вот это все приедается, уже притупляется ощущение. Вот действительно. Не то, что притупляется. А наоборот, ты стараешься, как бы тебе некогда думать именно, ты думаешь, как бы, чтобы люди были сами рады, обрадовать людей, да. И получается, тебе некогда самой радоваться, потому что ты стараешься других порадовать. Угу. И чтобы не забыть что-то там вовремя, чтобы произошло, поэтому ты всегда вся полностью в работе. Но у тебя происходит праздник, когда люди на тебя уже радуются, и вот тогда вот приходит это ощущение радости и удовлетворения. Да. Здорово. Так, что-нибудь еще скажешь, там, я не знаю, пивикчанам или все, и будем на этом. Я бы не хотел. Нет, самое главное, что я хотела сказать, или кому, да. Именно. Металлургам? Нет. Или кому мы говорим? Тебе хотела сказать мне? Большое спасибо за то, что ты делаешь для пивека. Я считаю, что это огромная работа, потому что очень приятно, когда ты заходишь в интернет, и ты там видишь, я подписана на тебя. Я все твои выпуски знаю. Просто дело в том, что я случайно узнала о тебе, потому что, и находясь не в Певеке, находясь в Бурятии, я была на защите диплома, и поэтому мне нужно было видео о моем празднике, и независимое видео. И я буквально напоролась на твой ролик про Певек, 50 лет Певеку, юбилей. И это стало моей, как бы сказать, презентацией на дипломе. За что я тебе говорю спасибо, потому что я получила отлично. Без проблем. Вот, значит, все мы не зря делаем, это то, что мы делаем. И тебе спасибо за вот эти прекрасные праздники. Я был как-то на Новом году в Арабике. И это в Арабике самый значимый для меня Новый год. Мы действительно отлично, ты тогда устроила все. Там были всякие конкурсы с... В общем, Дед Мороз, и снег. Да, да, я помню. Там один раз у тебя было или два, или сколько? Нет, у меня было там три Нового года. Три Нового года. Ну вот я точно не скажу, какой это именно был, но было очень здорово. Тебе тоже спасибо, то, что ты делаешь, все оценивают. Это было здорово. Это действительно, спасибо. Мы в Арабике ребятами отдохнули просто душой и телом. Никто не напился. Все ушли своими ногами. Да, и без драк, и вообще. Драк было, вообще да. Здорово. Спасибо. Для этого мы тоже. Существуем. Пивеки. Энтузиасты. Ладно. Все, пойдем дальше смотреть. Пойдем. А что это? Каждый человек придет обедать. И документ вот здесь. Просто заберет, заносит. Все. Мы все продолжаем удивляться вашим. Организация. Да. Потому что здесь всегда все. Ну да, это здорово, кстати. Наверное, верхнюю одежду. Ну, курточку, наверное, вот давайте тогда вот так. Привет. Здравствуй. Классно очень выглядишь.
Я за вами, друзья. Смотрите, кого мы встретили здесь. Мы еле-еле вообще выползали. Я в таком восторге, друзья, от вашего вчерашнего концерта. А, это мы не поговорили. Мы не поговорили после концерта. Но мы сегодня сможем? Или как, где? Сможем, да. И помимо этого, еще и другие люди. Еще и другие люди. Да погоди, ты, еще другие люди говорят вам спасибо. Потому что действительно, вы с публикой умеете общаться, и классно это было. Хорошо, спасибо. И вам спасибо. Ладно, пойдем есть. В общем, встретимся. Там очень все вкусно, ребята, вообще просто. Вообще какой-то огонь. Суп, два. Да? Да? Все, ладно, увидимся. Мне картошка, ну тоже вот картошка. Есть плов. А можно картошку? Григорий, как у вас? Все отлично. Все отлично, хорошо. Главное. Рулет мясной, рыба. Рулет. Мясо. Рулет. Да не, хватит. Спасибо большое. Так, дальше плывем. Так, это отсюда прям беру, да? Да. Ой, а что это такое красивое? С веточкой. А есть еще? Я хочу. А я с утра слышу. Ой, это не та. Я хочу. Может, два. А чашку мне даже, вот, спасибо большое. Два не будем, не будем наглеть. Друзья, всем спасибо за просмотр. Как обычно, делитесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Я всегда рад вас видеть в своем паблике или на канале. Обязательно переходите в комментарии и обсуждайте со мной те или иные моменты видео. И не забывайте, что у нас проходит конкурс в паблике. Обязательно переходите в паблик и смотрите, что там происходит, в принципе, с нашей заполярочкой. На этом я с вами прощаюсь и всем пока-пока.